Надо ли помогать богатым за счет рижского бюджета? Это очень сложный вопрос, и он рассматривался у нас на комиссии по благоустройству рижской среды. Вопрос касался выделения софинансирования для устройства станций подзарядки электромобилей. С одной стороны, вроде бы как люди, которые могут оплатить себе машину за 40 тысяч евро, электрический автомобиль, могут и заплатить 1500 за обустройство той самой розетки во дворе, куда можно присоединить свой автомобиль и его подзарядить. Это с одной стороны. С другой стороны, 30 лет назад был упущен момент, когда начали создаваться кабельные сети. Сейчас между многоквартирными домами в Риге висит куча всяких проводов, и ничего с ними поделать зачастую невозможно, потому что упущен был момент. Поэтому, наверное, лучше сейчас все-таки предложить софинансирование для того, чтобы вот эти вот ящички с розетками около многоквартирных домов были бы оформлены в соответствии с правилами, чтобы они не мешали бы другим жильцам, чтобы они были бы присоединены к легальным электросетям и чтобы это все было цивилизованно и красиво. В результате мы решили сделать так. Деньги все-таки предложить, но в рамках реконструкции всего двора. То есть, если жильцы многоквартирного дома решают, что в рамках устройства, благоустройства своего жилища, своего двора необходимы вот эти вот станции или места для подзарядки электромобилей, то Рига им в этом поможет.